Владимир Путин сегодня в режиме телемоста с Коми принял участие в церемонии, приуроченной к сварке первого шва нового магистрального газопровода «Ухта-Торжок-2». Глава государства дал старт строительству перед началом заседания президентской комиссии по ТЭК. Уважаемый Алексей Борисович, уважаемые друзья, коллеги, добрый день. Добрый день, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Мы сегодня даем старт большому нужному проекту второй очереди, строительства второй очереди газопровода «Ухта-Торжок». Безусловно, этот проект создаст новые рабочие места по всем 5 регионам, по которым будет проходить маршрут, будет создавать дополнительные возможности поступления налогов в местные и региональные бюджеты. Но самое-то главное заключается в том, что этот маршрут, который является новым для развития магистральных газопроводов страны, создаст дополнительные возможности для снабжения газом регионов Российской Федерации, новых возможностей для расширения поставок на экспорт. Это серьезный, большой, многовекторный проект, который заслуживает особого внимания и самой компании «Газпром», и правительства Российской Федерации. Я хочу пожелать успеха в этой работе всем, кто будет его осуществлять, этот проект. Пожалуйста, Алексей Борисович. Уважаемый Владимир Владимирович, в начале прошлого месяца «Газпром» и европейские партнеры подписали соглашение о строительстве газопровода «Северный поток-2». Для запуска этого проекта требуется привести на российский берег Балтийского моря дополнительно 55 миллиардов кубометров газа и построить новую газотранспортную инфраструктуру в составе единой системы газоснабжения России. Будет построено около 3000 новых газопроводов. Но ключевым проектом является проект «Ухта-Торжок-2». Окончательное инвестиционное решение принято. Сегодня начинается масштабное строительство, которое пойдет строго по графику. И к концу 2019 года будут созданы мощности в полном объеме. Протяженность газопровода 970 километров, 8 новых компрессорных станций, установленной мощностью 689 мегаватт. Газопровод «Ухта-Торжок-2» станет самым современным в мире магистральным газопроводом на рабочее давление 100 атмосфер и позволит обеспечить дополнительную газификацию и поставку газа потребителям в регионах северо-запада России и поставку газа на экспорт. Предлагаю посмотреть ролик о строительстве газопровода. На строительстве газопровода «Ухта-Торжок-2» будут применяться такие же современные технологии, как и при создании первой магистрали «Ухта-Торжок», рабочее давление в которой достигает 100 атмосфер. Газопровод «Ухта-Торжок-2» станет частью газотранспортной системы нового поколения, которая в будущем обеспечит транспортировку газа с месторождений полуострова Ямал в объеме более 300 миллиардов кубических метров в год. Ямал – это полуостров-сокровищ. К 2030 году здесь будет добываться треть всего российского газа. Первоочередным объектом освоения на Ямале являются залежи Баваненковского месторождения, крупнейшего на полуострове. Его запасы составляют 4,9 триллиона кубических метров газа. Баваненковское месторождение имеет большое значение не только для внутреннего рынка, но должно сыграть важную роль в обеспечении надежности поставок на экспорт и их увеличения. Уже построенные газопроводы транспортируют газ в центральные районы России. Сегодня будет дан старт развитию нового северного коридора единой системы газоснабжения длиной более 2500 километров. Он протянется от Ямала до берегов Балтийского моря для подачи газа в «Северный поток-2». «Северный поток-2» будет реализовываться по тому же самому проекту, что и «Северный поток-1». Точно так же газопровод будет состоять из двух подводных ниток до границы Германии. Это позволит сэкономить не только время, но и значительные средства. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать команду на сварку первого стыка магистрального газопровода «Ухта-Торжок-2». Уважаемые друзья, коллеги, мы делаем серьезный шаг в развитии месторождения Ямала, в освоении месторождения Ямала и в развитии
транспортной инфраструктуры, магистральной транспортной инфраструктуры. Начинайте. Говорят лучшие сварщики «Газпром Трансгаз Ухта» Владимир Ленц и Роман Кузнецов. Владимир Ленц – электрогазосварщик-резчик 6-го разряда, управление аварийно-восстановительных работ. Его трудовой стаж составляет 33 года. Он дважды удостоен звания «Лучший сварщик «Газпрома» в 95-м и в 97-м году. Роман Кузнецов – электросварщик 6-го разряда Сосногорского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Его трудовой стаж – 23 года. На конкурсе профессионального мастерства в 2009 году Роман был признан одним из лучших сварщиков «Газпрома». Уважаемый Владимир Владимирович, первый стык газопровода сварен. Начало строительства нового магистрального газопровода «Ухта-Торжок-2» началось. Уважаемые друзья, еще раз поздравляю вас с началом масштабной работы и желаю успехов. Всего доброго. Итак, это были кадры сегодняшнего телемоста Москвы с Республикой Коми.